И следующая идет статья про государственный язык. И мне очень приятно, что там украинского языка нет. Это принципиальная позиция, принципиальная, значит, фракционная позиция. Потому что язык врага, нельзя его ни всячески не изучать, не респектовать. Его не должно быть в принципе. Ни вывесок этих чудовищных на этом языке, ни их материалов, ничего. Нельзя разжигать. Это разжигание межнациональной розни. Не должно быть этого языка. И моя точка зрения, что не должно быть в принципе этого. Уголовного кодекса никуда не делать. Да, еще попугайте меня уголовным кодексом. Нет, это разжигание межнациональной розни. Очень страшно. Не должно быть ни государства этого, ни языка. Вычистить все его, чтобы все источники были. Не должно его быть, моя позиция. Поэтому не должно быть этого языка. Язык врага. Хотят с нами дружить, пускай по-русски говорят. Вот так.